Леночка, в общем, от нашей веселой компашки принимает поздравляшки. 45 быть может и немало, только рано подводить итог. 45 – прекрасное начало, в жизни полное счастье и тревог. И дорог хоть пройдено уж много, можно и еще многое успеть. Дальше простираются дороги. Главное – душой не стареть. Диплом вручает председатель комиссии мудрейший. Мудрейший. Дорогие друзья, разрешите мне огласить результаты выпускных экзаменов. Диплом юбиляра с отличием. Настоящий диплом выдан Елене Прекрасной. Аплодисменты. Комиссия подтверждает, что она в 2014 году прошла сертификацию в Академии праздников и знаменательной даты. Представляете себе? Данный сертификат удостоверяет получение специальности, она называется очень интересно, «Умудренная в 45». В процессе обучения в течение 45 лет выпускница получила следующие оценки. И сейчас слушайте внимательно. Первое. Появление на свет в нужный день и час. 5. Отлично! Сегодня в 7 часов утра, да? Виртуозное принятие цветов и подарков. 5. Отлично! Организация душевных компаний и веселых праздников. 5. Отлично! Достоинство и уважение. 5. Отлично! Вечная душа. В весне и в праздниках. 5. Отлично! И следующая номинация. Молодость и обаяние. 6! Супер, отлично! Ура! И, наконец, энергия и готовность покорять новые вершины. 10! Супер, отлично! Ура! И, наконец-то, кто выдал этот диплом? Итак, решением восторженной комиссии присвоено звание «Свежей ягодки» и оглашу всех членов комиссии. Ректор, здесь плохо видно, но я чувствую, что это супер мудрый. Так, председатель. Мудрейший. Так, мудрейший. Хоть одну ту четверку-то надо было поставить. Сама поставить. Жизнь снесет. Пятерки. Ягодка на руку. В общем, это еще не все. Еще не все, это только начало. Ну что, начало. Песня. Большой семьёю с Валерой раю и с улыбкой наша Лена живет. Большой улыбкой наша Лена живет.
Коля, который Шарик, меня привез. Да. Сегодня. Ручки. Мы все вместе. Я начну сейчас. Мы все спешим сегодня в гости. У нашей Лены юбилей. Собравшись дружно в этом месте, она встречает здесь друзей. Стройна, мудра и весела, чуть-чуть уже слегка пьяна, но так красиво и свежа, как будто к нам пришла весна. И волейбол она играет, и на работе управляет. В семье покой, и дети рядом, а муж с работы все спешит любимой Лене угодить. Вот так. Ой, ты
Вот тут уж вы не говорите. Вы на гостей-то посмотрите. Она готова всех принять. Ведь дружим столько лет подряд. Здесь всех она объединила. Теплом и лаской одарила. Нам с ней спокойно и надежно. С ней поделиться тайной можно. Источник мудрости она всем окружающим нужна. Она внимательно соседи, коллеги, будь то ли соседи, всегда поддержит, даст совет. Души отзывчивее нет. Абсолютно каждого из вас наполнить ваши бокалы, но не выпивать. Детей тоже прошу наполнить бокалы. Давайте вот десертом мы займемся чуть-чуть позже. Я попрошу всех наполнить ваши бокалы, но не выпивать. Возьмите их в руки.